Для того, чтобы приготовить торт «Два сердца», мне понадобится два бисквита. Один классический бисквит и второй классический, на базе классического бисквита шоколадный. Ну, назвать его шоколадным это, конечно, сложно будет, но с добавлением бисквит, с добавлением какао. Какие же ингредиенты для приготовления бисквитов мне понадобятся и в каком количестве? Ну, во-первых, это яйца. Яиц необходимо будет 20, 2 десятка. Это с учетом белка на белково-заварной крем, а также с учетом яиц на двойную порцию крема шарлот. Яйца не очень крупные, поэтому уйдет их приличное количество. По 6 яиц на каждый бисквит, плюс по 3 желтка. Почему по 3 желтка дополнительно? Ну, желтки останутся после приготовления крема белково-заварного. Чтобы они не оставались, не выбрасывать их, я добавлю в бисквиты. За счет этого он получится более пышный. Ну и у классического будет цвет более желтый. Понасыщеннее он будет. Ну, за счет этого, естественно, увеличится норма сахара, увеличится норма муки. Ну, где-то муки увеличится на 1,5 столовой ложки сахара на 1 столовую ложку. Я не буду особенно зацикливаться на приготовлении бисквитов. Я думаю, что те, кто заинтересуется этим видео, они уже достаточно освоили выпекание бисквитов по рецепту классического. И я только покажу основные нюансы, которые... Ну, изменения, которые я внес в приготовление этих бисквитов. Первым делом мы произведем разделение желтков от белков в разную посуду. Ну, естественно, сразу же надо будет разделить яйца для классического бисквита без какао и на вторую порцию для бисквита с какао. Итак, яйца. Так. Посуда должна быть чистая. Сухая и чистая. И обязательно, чтобы весь желток был отделен от белков. Иначе возникнут проблемы со взбитием белка. Ни в коем случае его нельзя повредить. Поэтому, естественно, очень аккуратно это делаем. Ну и стараемся весь белок. Это у меня два. Мне сюда. Итак, я разделил желтки от белков. Это белки, которые будут взбиваться сейчас в бисквит классический без какао. Это желтки, которые пойдут в первый бисквит. Это белки для второго и желтки для второго бисквита. А это белки, которые завтра я буду использовать для приготовления белково-заварного крема. Я их перелил в отдельную баночку. Необходимо будет закрыть крышечкой.
и поставить в холодильник. Итак, приступаем к приготовлению первого бисквита. Берем сахар, стакан, делим его пополам. Но так как у меня желтков на 3 желтка больше, я на одну ложку сахара взял больше по норме. И сразу же ее высыпал в желтки. Сюда же я высыпаю пакетик ванильного сахара. И половина, полстакана сахара, который у меня по норме предназначен. Вот, я высыпаю полстакана. Видно, что это полстакана. Чуть, ну, может, чуть еще. Вторую половину оставляю для белка. Взбивать я буду блендером. Пусть немножко еще постоит, и я пока приготовлю духовку. Духовка должна к моменту приготовления теста быть уже разогрета до 180 градусов. Уже видно, что белки, то есть желтки побелели. И масса становится однородной. И остается след. Еще немного. Практически уже белая маска, ну, с небольшим оттенком. Идеально белая она не будет, конечно. Оставляем желтки, вынимаем венчик, моем его тщательно.
Протираем насухо, вставляем в блендер. Сейчас будем заниматься белками. Сначала взбиваем белки на небольшой скорости до образования пенистой массы. Пены такой. И переходим на более высокие обороты. Ну, рекомендую щепотку соли добавлять, чтобы лучше сбивалось. Ну, я иногда делаю, иногда не делаю. Особой разницы я не вижу. Вот видим, они довольно-таки хорошо сбиваются. Сейчас начнем добавлять сахар небольшими порциями. Видите, в объеме белки значительно увеличились. Какой-то у нас попал уберем. Ну что этот Стараемся снимать крем со стенок посуды. Вернее, не крем, а белки. Белки должны быть плотной, густой массой. И при переворачивании
посуды, они должны оставаться, не ползти со стенок стеклянной посуды, держаться. Сейчас мы проверим, что у нас получилось. Ну, в принципе, уже можно их использовать, но ползет. Еще немножко стало. Кажется, все. Не ползет. Смотрим. Ну, еще чуть-чуть. Ну, думаю, на этом хватит. Что мы делаем теперь? Теперь мы берем треть массы белков и добавляем в желтки. Где-то так вот, ну, такое количество. Берем этой взбитой массы, добавляем сюда. Добавляем сюда. Вот так. Это отставляем в сторону пока. Это перемешиваем. Желтки надо было бы, конечно, перед тем, как добавлять белки, еще немножко взбить разочек. Сейчас мы добавим уже заранее просеянную муку. Заранее просеянную муку. И добавим мы ее через сито, чтобы еще раз добавить воздуха. Вот так мы сделаем. Ставим сито. Здесь у меня стакан муки. Будем добавлять частями. Сито у меня, видите, древнее. Несовременная. Ну, оно меня вполне устраивает. Главное, чтобы мне было удобно с ним работать. А кому-то нравятся кружки сито. Они, конечно, более современные, более удобные. Я не так часто занимаюсь
выпечкой бисквитов. Поэтому меня устраивает это. Перемешиваем лопатки. Аккуратно перемешиваем. Некоторые миксером перемешивают. Ну, я не сторонник такой технологии. Сейчас добавим еще муки. Теперь сюда же. Ну, разное есть мнение по этому поводу. Одни говорят, что надо в белки эту массу. Другие сюда белки добавлять. Я пробовал так и так. Разницы большой я не вижу. Как вам удобно, так и делайте. Ну, конечно, желательно бы стеклянную посуду, с нее потом легче в форму высыпать тесто. Мы сделаем таким образом из стеклянной белки, высыпаем. Собираем все белки, которые у нас тут остались, тщательно так, тщательно мы все огибаем. А духовка у нас в это время греется. Если у вас электрическая духовка, то отключайте на прогрев без вентиляции. И печь тоже без вентиляции. Убираем эту посуду. Опять же, перемешиваем хорошенько всю эту массу однообразной, чтобы не было комочков у нас тут. Но опять же, не переусердствуйте. Переусердствуйте, оно у вас осядет. Вот. Вот я слышу, что у меня духовка уже нагрелась.
аккуратненько так вот. Там вот со дна. В желтках не растворившийся сахар есть. Поэтому желательно все перемешать хорошенько. Вот. Нижнее поднимаете и наверх. Нижнее, видите, поднимаете и наверх. И все это смешиваете. Хорошенько смешиваете. Перемешиваете. Это я показываю не для профессиональных кондитеров, а для таких, как я. Пенсионеров, молодых любителей. Я имею в виду не по возрасту, а кто только начинает, кто хочет своими руками приготовить для себя, своих близких, для детей, для внуков вкусный торт. Ничего сложного здесь нет. Главное начать. Потом понравится. И будете делать на каждое семейное торжество разнообразный. Начните с самого дешевого, самого простого. Орехового, бисквитного, бисквитно-ванильного. Он обойдется, ну, очень недорого. Намного дешевле, чем вы купите что-то несъедобное в магазине. Вот тесто у нас готово. Теперь надо взять форму. Форму я подготовил заранее. Уложил бумагу. Форму не надо по бокам смазывать маслом. Тесто будет подниматься, цепляться за стенки. Будет расти. Выкладываем форму. Главное, чтобы у нас теста много. Да нет, я думаю, что не будет много. Вот у нас тесто наше. В этой форме я пеку первый раз. Специально купленное для этого торта. Продолжение темы о тортиках. Если кто-то смотрел мое видео, сколько стоит торт в Одессе, который 3 месяца назад снимал, я там прошелся по одесским магазинам, был на рынке Северном и уточнил цены на тортик. Я там говорил, что себестоимость, ну, до 40 гривен такого торта орехового, я имею в виду бисквитно-ореховый. Она, эта цена актуальна на сегодняшний день. Этот, конечно, дороже, потому что здесь практически 2 торта в одном. Это форма сердца, она такая же по объему, как форма на 26 сантиметров круглая. Чуть-чуть, может быть, где-то там меньше. На какой-то вот этот вот уголочек. Так, нам надо теперь, чтобы тесто равномерно
легло по форме. Вот так вот его. Вот у нас довольно-таки густое. Боюсь, оно вылезет у нас. Вылезет слегка. Ну ничего. Это у нас будет все равно низ, когда мы будем формировать. Итак, тесто готово. Ставим его в духовой шкаф. Прошло 15 минут. Бисквит поднялся и зарумянился. Но это еще не значит, что он готов. Ему еще как минимум минут 20-25. Поэтому подождем. Прошло 32 минуты. Бисквит очень хорошо поднялся. Но он еще не готов. Ему еще минут 8. Это чтобы было наверняка. Итак, первый бисквит готов. Ну, учитывая, что форма первый раз использовалась, немножко по бокам получились отрывы, образовались бисквита. Но это не страшно, потому что это основа, которая будет затем закрыта кремом, и внешний вид будет нормальный. Бисквит получился воздушный, вкусный. Позволил себе этот кусочек, который оторвался, попробовать. И в конце концов я же делаю не на заказ, а для себя и для своей семьи. Сейчас приступаем ко второму бисквиту. Этот остывает. Если бы у меня была вторая форма, то я бы не стал спешить с извлечением этого бисквита, дал бы ему остыть до конца. Но у меня только одна форма. И мне пришлось рискнуть. Ну, бисквит, как вы видите, пышный. Я его разрежу на три части, а потом скомбинирую. Две части одного и одна второго. И будет такой комбинированный. Я экспериментирую. Это мой первый эксперимент. Так, бисквиты готовы. Теперь необходимо будет их сформировать, разрезать, сформировать, склеить, обмазать клеем. То есть клеем. Прошу прощения. Обмазать кремом. Ну, вот такие вот бисквитики. Я их разрежу на три коржа. И поменяю. Два к одному, один к двум. И будет у меня домино. Два белых, один коричневый. Два коричневых, один белый. Вот такая задумка. Завтра будем готовить крем белково-заварной. Сегодня я уже начал готовить крем шарлот. И также пропитку. Пропитывать я буду ромовым сиропом. То есть сахарный сиропчик. А может быть абрикосовый. Нет, скорее всего сахарный. С добавлением ромового ароматизатора. Вот такой у нас будет эксперимент. Что получится, завтра увидим.
пропитаны, обрезаны, смазаны кремом, можно приступить к обмазке белково-заварным кремом. Пропитку я сделал ромовую. Между коржами крем Шарлот. Обрезанная часть, сразу вам скажу, попробовал, очень-очень вкусно. Очень вкусно. Сейчас приступаем к украшению торта. Для того, чтобы его украсить, мы приготовим белково-заварной крем. Я не буду останавливаться на его приготовлении. Это можно будет найти в интернете, на любом из сайтов, на страничке любого из кондитеров. Поэтому сейчас я не буду отнимать на это время. Кажется, крем готов. Крем готов. Начинаем обмазывать кремом бисквит. Пока он крем теплый, им хорошо работать. Вот видите, какой. Он густой. Сейчас мы его выровняем. Потом уже будем. Я до сих пор еще не пришел конкретному решению, что же я хочу изобразить. Ну, сейчас в ходе работы будем импровизировать. Вот так, пока хватит. Не совсем у меня идеально ровная поверхность получилась. Не знаю, сейчас посмотрим. Попытаемся выровнять. Ну, конечно, сложно выравнивать. Да, мне, конечно, до профессионала далеко, но конечно, до профессионалов далековато.
Ну. Ну ничего. Невозможно делать торт, когда мешают. То жена ходила туда-сюда. Выгнал. Начала звонить. Затем начали звонить друзья. Да это кошмар. Ко всему прочему, не хватило крема. Крема из 6 белков не хватило. Сейчас буду делать еще крем из 3 белков, потому что у меня одно сердце осталось голое. Ну что получилось? Так что будем сейчас что-то думать. Газету не захватывает. Да, в чем? Газета. На чем делал, на том и захватил. Обрежем. Вот они такие получились. Тортики. Это финал. Если долго мучиться, что-нибудь получится.